Привет, друзья! Сегодня снимаю видеообзор сама, без Ромы. Ну, постараюсь показать максимум все, что смогу. Итак, отдыхаю я с мамами в отеле, вернее, база отдыха «Волна» в Светловодске на берегу реки. Это все мы посмотрим. Итак, начну с номера, в котором мы остановились. Покажу тут что и как. Номера тут есть разные. Это номер полулюкс, двухместный, но есть еще дополнительное место, и вот мы как раз попросили здесь диван, вот нам постелили сюда тоже постель, то есть можно третьего человека, я так смотрю, тут можно и четвертого, если с двумя детьми, то запросто можно здесь поместиться. В стоимость этого номера, получается, входит еще завтрак на двух человек, ну и за третьего, за завтрак 100 гривен я доплачиваю в данный момент, так как мы втроем. Итак, здесь диван, получается, вот здесь два можно человека спать, да, там вот двухспальная кровать, мы уже ночь переночевали, поэтому могу сказать, что кровати удобные, все отлично. Чистая беленькая постель, ну, расстилать уже не буду, но по подушкам даже видно, даже мы уже поспали ночь, постель вся белюсенькая. Есть вот такие тумбочки возле кровати, одна, вон вторая, на тумбочках светильнички, все работает. Ну, дизайн, интерьер вот такой, картины там, все. У нас номер находится на втором этаже с балконом, сейчас я выйду, все покажу. Так, в номере есть вот телевизор, тут такой комод вот с шухлядами. Так, столик, на котором имеется электрочайник, также в номере, так, то наше. Это чай, пакетики сахара, здесь все в номере было. Два стакана, две чашечки, две ложечки. Ну, то есть вот так. Дальше. Телевизор спутниковая есть. Так, здесь комод можно складывать. Имеется также в номере фен. Ну, дальше там пустые шухляды идут. Я так просмотрела. Ну, в общем, тут есть куда все складывать. Если приехать сюда отдыхать в холодное, к примеру, время, есть обогреватели. То есть можно включать. Также в номере кондиционер. Так, также есть холодильник, вот здесь он так спрятан, интересненько. Вот, ну, у нас здесь только водичка. Ну, такой, не совсем малюсенький, здесь еще полочки вот есть такие, можно чего-то туда складывать, какие-то даже косметические крема там или что. Это вход у нас, вот вход получается, отсюда входим. Так, здесь шкаф. Здесь шкаф, сейчас покажу. Ну, там у нас вещи висят. То есть есть вешалки. Там 1, 2, 3, 4, 5 вешалок для одежды. Там полочки. Вот. Есть одноразовые тапочки в номере имеются. Ну, нам они, в принципе, не нужны. И здесь вот полочки. Ну и у нас номер находится, как я сказала, на втором этаже, и у нас номер с балконом. На первом этаже номера там с террасами. Открываем. Есть защитная сетка. Вот. И вот так вот выход на балкон. Вид на реку. И такой огромный балкон. Вот в той стороне находится пляж. Пляж, бассейн там. Посмотрим. Так, вход в ванную комнату, да? Так, умывальник, соответственно, душевая кабина. Здесь есть бойлер. Вот, горячей воды достаточно. Ну и унитаз. Все чистенько, красивенько. Все мне нравится, все нормально. Ну и также... Что входит в стоимость, это полотенце. Также имеются вот шампунь-гель есть, мыло есть, тоже входит. И вот такой набор ушные палочки. Все это имеется. Все чистенько, аккуратненько. И, кстати, хочу сказать, уборка здесь ежедневно.
Это коридор. Все красиво, все блестит. Есть камеры видеонаблюдения. Так, это наш номер, 8. Ну, тут разные номера, и тут тоже вот есть балкончик. И здесь можно тоже любоваться красотой территории. Вот там как раз находится кафе, там, где мы кушаем. Вот зажигается свет. И хочу показать, вот есть камеры видеонаблюдения, тоже актуально, считаю, в данное время. Вот. Красивые, кстати, картины. Ну, вот так. И тут выход. Все чистенько, все сияет, все красиво. Внизу рецепция. И вот выходим на такую красивую территорию. Там качели есть, детская площадка, разные фигурки. Ну, в общем, надо смотреть все своими глазами. Вот так выглядит само здание. Оно двухэтажное. Современное. Кстати, можно взять велосипеды на прокат. Покататься, кто любитель кататься. Тут лес. Ну, то есть места, думаю, красивые. Ну и прогуляемся по территории немножко. Тут еще есть здания, но я так понимаю, что эти здания, ну, пока еще никто не реставрировал. Что тут было раньше, не знаю. Читала, что это был пионерский лагерь. Может быть, кто знает, пишите в комментариях, что здесь было. Вот здесь детские качели, не только детские. Вот такая площадка. Ну и сейчас зайдем. Вот в том корпусе я уже показала, это где мы поселились, живем. И вот здесь вот другой корпус. Более бюджетные номера. Ну, тоже интересно посмотреть, как там, что там. Тут корпус 3 этажа. Чистенько все. Территория очень убирается. Цветы красивые, растения красивые. Ну, вот так. Ну и сейчас попробуем посмотреть номера здесь. Ну и такой вот вход, рецепция. Вот здесь все указано, что почем. И на этаже лестница. Там уже комнаты идут, первый этаж. Угу. Как бы у нас хостел разделен на 2 секции. Ага. Вот это, да, получается крыло. Да, угу. На 4 номера. Угу. Идет. А, это на 4 комнаты, да, получается? Да, на 4, ну, в принципе. Угу. Бойлер, как бы всегда
Все четыре местные. Ага. А если, например, два человека захотели? Вы оплачиваете 200 гривен за место, проживаете отдельно, без подселения. Угу. Даже если один у нас два. То есть все равно один живет четыре места, не подселяют, да, она? Ну, это классно. Тут, короче, кровати, и так тоже, да, и так все. Угу. Тумбочки, все. Все тоже, мебель. Шкаф встроенный. Достаточно места. Сейчас я так чуть-чуть покажу, чтобы было видно. Отлично, тоже такой бюджетный вариант. А это тут? А, это типа есть для всех, да, такой холодильник. Угу. Тут можно прям дискотеку устраивать. А скажите, это раньше был пионерский лагерь, я где-то читала, да? То есть это правильно, да? Да, это как бы здание, да. Угу. Вот есть такая вот площадка еще. И сейчас покажу парковку машин. Это тоже, думаю, интересует многих, кто на автомобилях приезжают сюда отдыхать. Хотя много приезжают сюда на такси, видела. Но есть парковка охраняемая. Ну и вот тут парковка. Здесь вот охрана есть, въезд на территорию. Утро, все метется, все убирается. И вот там еще парковка. То есть места достаточно. Вот на территории, получается, много есть беседок, где можно отдыхать, заказывать беседочки такие с мангалом, связкой дров. Есть просто качели, можно покататься. Есть просто столы с лавками, либо со стульчиками. То есть не беседка, а просто столы. Ну, там цена, соответственно, другая идет. И также к ним вот мангал и вязка дров предоставляется. Ну, вот там пляж в той стороне. Тут тоже вон еще качели. В общем, на территории качель хватит на всех. Гамаки вот еще, вот в другом месте. Это возле корпуса, где мы живем. Красиво все, красиво цветы, красивые клумбы, растения. Ну и вот такая фотозона, наверное, с надписью «Волна». Очень интересно, оригинально сделано. Здесь фотографируется. Бассейн, лежаки, все это входит в стоимость. Днем тут, конечно, куча детей купается. В общем, шумно возле бассейна. И дальше туда вон пляж. Тут же можно купить разные напитки, мороженое, все есть. Туалет на территории довольно чистый, классный, все чистенько тут везде.
есть где переодеться. Ну и сам вот пляж. Сейчас утро, еще народа нету особо. Можно здесь покататься на катамаранах, на прокат брать. И также видела, здесь купаются на таких лодках, не знаю, как они называются, вы напишите в комментариях, мне интересно, ну, катаются на таких длинненьких лодочках. Туалет довольно чисто, очень прилично на территории возле пляжа. Можно просто гулять здесь по лесу. Есть вот такие беседки, есть побольше. Ну, разная цена там, соответственно, большие, маленькие беседочки. Там какое-то сооружение, не знаю, сейчас посмотрим. Что-то здесь заброшенная какая-то территория. Возможно, когда-то была какая-то база. Кто знает, пишите, очень интересно, пишите в комментариях. Вот такой забор, такой в старинном стиле, ворота. И тут вот видно заросшая площадка футбольная. Ну, в общем, можно гулять здесь по лесу. И можно брать, как я говорила, уже велосипеды. И можно кататься на велосипедах. Единственный момент, хочу сказать, берите спрей от комаров. На пляже нормально, возле бассейна нормально. Вот, а если вот сейчас я зашла сюда подальше, да, по лесу гулять, если вы хотите, то поднимаю, наверное, комаров с земли, и чуть-чуть они меня начинают грызть, жужжат. То есть комары есть, если вы хотите гулять. Ну, а захотите, я думаю, почему бы не подышать природой. Вот видно много лавочек, много разных качель на территории. Есть где посидеть, подышать воздухом лесным таким. Кстати, воздух такой сосновый, очень приятный. Хорошо дышится. Вот сколько качель тут. Гамаки тоже есть. И там дальше гамаки тоже есть. В общем, так, а вот есть, кстати, наткнулась на волейбольную площадку, можно поиграть. Вот такие есть места для отдыха компаний. И вот качели, разные качели. Вот так можно проводить время. Ну что, показала я вам, как здесь, что здесь, номера показала разные, какие есть. В общем, нам тут нравится, мои мамы довольны отдыхом вроде бы как. Вы довольны? Здесь
тоже нравится. Воздух прекрасный, и речка рядом, и бассейн. Ну и все, вы увидели сами видео. Если вам видео было интересно и полезно, ставьте лайк. Ссылочку, где находится это место, я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!